стоянка после первого дня. Тут ручей. Ручей, ручей, ручей. Опа. Сегодня второй день нашего похода. Идет весь день дождь, мы все промокли. Как стража стоит, да? Справа это Борис, а справа Броня. Гора Белуха. Она открылась полностью перед нами. Были бы мы вчера, честное слово, мы бы не увидели. И ниже идет такая белая, белесая. Да, сейчас мы где-то не доснимем издалека. А когда пойдем туда, к леднику, там идешь, я там пишем, я сейчас не вам такие горы.
А там не знаю, надо сходить посмотреть.